Здравствуйте, меня зовут Анна Геллер, 75-го года рождения, актриса театра и кино. В 99-м году закончила курс Семена Яковлевича Спивака в Театральной академии Санкт-Петербургской и почти 25 лет работаю в молодежном театре на Фонтанке. Являюсь ведущей актрисой этого театра. Из последнего премьера «Васа Железнова» играю старшую дочь Анну. Много снимаюсь в кино. И из последнего это главная роль сериал «Иные», телеканал ТВ-3, агент национальной безопасности «Возвращение» и любимая роль сериал «Бездна» кинокомпании «Эпик Медиа». Буду рада сотрудничеству.